Всем привет! Наконец-то я решила все-таки показать вам, что нам подарили на день рождения. Нам подарили всего в меру. Немного вещичек, немного игрушек, ну и немного денег, что тоже не лишнее. Да? Он мне сейчас даст поснимать. Он мне даст поснимать видео два раза. Клим, давай показывай, что тебе подарили. О, нет! Почему именно сейчас? Вот такие вот джинсики. Они вот здесь на резиночке, что плюс, и давить не будут, потому что у нас есть одни. Нет, Клим. Так, надеюсь, фокусировалась. Вот такие вот штанишки, джинсики. Плюс в том, что они на резинке. Огромный плюс, потому что у нас есть одни брючки, и они постоянно здесь сдавливают. И учитывая то, что у нас... Вот такие штанишки, джинсики. Они нам еще большие. Я думаю, что мы еще и в следующем году поносим. Хотя они на год-18 месяцев. Но они выглядят просто огромными. Может быть, просто нужно померить. Кстати, учитывая то, что у нас подгузник объемный, вполне возможно, что они нам будут хороши. Ну, немного подогнем. В общем, сегодня я обязательно померю. К этим штанишкам идут в наборе вот такие вот три футболочки. Эту мы уже поносили, она так и... Для видимости. Повесила, она немного помятая. Клим, давай попозже почитаю. Два. Клим, потом почитаю. И вот такая вот три. Красненькая, тоже суперская. Так хочется подольше поносить. Они прям ему впритык. Я думаю, что в следующем году точно не поносит. Сейчас уже вечером прохладно, а днем мы не выходим на улицу. И я поняла, что уже нужны кофточки с длинным рукавом больше, чем с коротким. Но я, кстати, уже сегодня заказала на сайте кофточку, чтобы одевать поверх этих классных маечек или футболочек. Я всегда путаю. На самом деле не так уж много вещей. Список очень быстро закончится. Вот такой вот бодик с длинным рукавом, обычный серенький. H&M, классненький. Вот такие вот штанишечки, не уверена, насколько они будут удобны, учитывая вот этот вот ремень, я еще не мерила, но посмотрим. Вот эту вот кофточку нам подарили. Как-то она мне не очень сначала понравилась, как... не особо я люблю, тут майка, еще и рубашка, как-то вот все сомнительно. Но когда мы ему одели, ему так идет, это вообще, он такой прям пацан, эй! Прямо такой пацан-пацан. Так что мы шмоточники. Недавно у меня было мало вещей, сейчас у меня их опять много. И мы не успеем их поносить. А скоро уже зима, холод. Так, ну вот это я вам показала. Эй, ага. И вот такая вот красная безрукавка. Я ее обожаю. Это вообще топ-топ фаворит. Самая лучшая и самая любимая. Климка ее еще не одевала. Она нам немного большеватая, но когда будет прям совсем прохладно, я думаю, что, несмотря на то, что она нам большая, я ее буду одевать. Очень классная. Прям бенетон, кстати. Мне она очень нравится. Вот прям буду ее носить безвылазно. Главное, чтобы погода позволила, потому что у нас в Алмате не бывает чего-то среднего. У нас либо жара, либо сразу холодно. Такие вещи редко удается поносить. Ну, в принципе, все на этом. Больше нет вещей. Есть игрушки. Я не знаю, насколько вам это будет интересно, но я покажу. А Климка мне в этом поможет. Вот такая вот машинка. Почему-то он все не особо играет. Не знаю. Вот такие вот пирамидки. Боже мой, я в них не могу разобраться. Это должен быть ребенок вундеркинд. Но пока они тоже его не особо интересуют почему-то. Вот такие вот классные. Тут нужно просто найти правильную дырочку, чтобы попасть. Я сама ищу по полминуты. Вот такие часики, я их еще не распаковывала. Стараюсь вообще сразу все игрушки ему не давать, потому что это все очень быстро надоедает, и его больше ничем не удивишь. Так что это пока лежит у нас. И вообще я игрушки по очереди всегда убираю в кладовку, проходит какое-то время, и боже мой, это новая игрушка.
такой вот ксилофон, по-моему, так он называется. Вот, я очень давно его хотела, и нам его подарили. Классно! Да, Тим? Вот такая вот машинка Лего, ее нам подарили чуть-чуть раньше. Он ей уже тоже достаточно наигрался, и я ее прячу. Но она моя любимая, она такая классная. В общем, эта машинка очень фирменная и стильная, мне нравится. Опять все. Ну, вот такой вот наборчик для песочницы. Мы его тоже пока не распаковывали. Так. И вот такая вот книжечка. Книжки мы всегда любим. Они у нас та. Почему-то книжка это та. Раз уж пошла такая пьянка, я решила вам показать нашу пирамидку. Это самая топовая любимая игрушка. Сколько уже времени прошло, вот будет лежать 15 игрушек, и среди них эта пирамидка, он, конечно же, несомненно, схватит ее. Он ее носит, тут есть такая веревочка. Вот никогда не ожидаешь, что детям больше всех понравится. Ну, в общем, ему нравится таскать эту коробочку за веревочку. Я эту пирамидку очень долго искала, думала, что в Алмате есть все, оказалось, нет. Я ее нашла в Астане. Это абсолютно не китайское производство. Вот прям написано, что designed in France. В общем, чисто французское, прям вот это качество чувствуется. Я так подозреваю, что в Астане есть эти игрушки, а у нас нет, потому что, в общем, от Китая они находятся подальше, а мы поближе. В общем, у нас все игрушки из Китая, а там из разных других стран. Она складывается очень-очень большой, прям такой, что мне очень нравится, очень яркие рисунки, и прям кордон очень-очень крепкий. Да? Ой, мой золотой. Климка знает, что кордон очень крепкий. Или картон. Картон, да. Климка все знает. Давай построим пирамидку. Вот тут вот лошадки, деревья. Лошадка. Иго-го! В общем, я обалдею от этой пирамидки. Раз, два, о-оу. Ну, в общем, там их очень много, вот этих штучек, и они складываются очень компактно и много места не занимают. Ну, в принципе, все пирамидки так складываются. Но вот это вот очень-очень спешл. Клим, сложим на место? Вот видите, он все игрушки бросил, даже тут есть новый, и вот за эту старую взялся. На, Клим. На этом все. Не так уж много, не так уж мало, вот это все, что есть. Всем большое спасибо за внимание. Если вы просмотрели это видео и вам немного понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока! А мы с Климой тут играться будем, да? Вот так! Все разбросал. Мама очень долго убирается, а Климка очень быстро разбрасывает.